История дымковского промысла берет свое начало в 15 веке. Из поколения в поколение передаются традиции дымковской игрушки. Сегодня дымковский узор и подобие глиняных фигурок можно встретить в самых разных местах города. Привет, я Даша, и я люблю рисовать. В детстве я вырезала картинки из книжек и срисовывала. Потом мама отдала меня в художественную школу. Там я и влюбилась в рисование. Когда узнала о форм-арте, захотела попробовать выполнить свою работу на таком большом холсте. Самое сложное было распределить время. Решила, что нужно напомнить и другим, что несмотря на ежедневную гонку, важно помнить о своих традициях. Эта работа – признание в любви к родному городу. Девушка – отражение современности, а дымковская игрушка – традиции нашей области. Молодежь будет планировать и творить свое будущее. Будущее своего региона и города вместе, которому в 2024 году исполнится 650 лет. Знание истории помогает людям жить, взглянуть по-новому на окружающий мир и учиться на опыте предков. История – это дорога времени. Сохраним традиции, сохраним историю. Добро пожаловать в Кировскую область!